Вместо недостроя дворец единоборств. В марте 2023 года в Засвиярском районе на улице Александровской появится универсальный спортивный комплекс. На реконструкцию выделили 242 миллиона рублей. В новый застраивающийся микрорайон Юго-Запад переезжает все больше молодых семей. Поэтому вопрос со спортивными секциями становится актуальным. Строящийся дворец единоборств решит эту проблему. Здесь у нас будет находиться школа единоборств. У нас здесь будет размещено порядка 8 видов спорта и возможность проведения соревнований уровня Приволжского федерального округа, а также всероссийских турниров по различным видам единоборств. Помимо дворца единоборств, в Засвиярском районе на улице Шолмова появится и крытый футбольный манеж. Осенью 2023 года в нем поселится областная спортивная школа по футболу. Вместо игрового поля пока песок и строительные материалы, но через год здесь будут бегать дети, проводиться соревнования всероссийского масштаба, а на трибунах разместятся около 500 болельщиков. В ближайшее время мы планируем запустить тепло корпус, административно-бытовой корпус. Планируем закончить монтаж металлоконструкций и приступить к работам по арене, по закрытию контура арены. Общая площадь манежа 15 тысяч квадратных метров. На данный момент он готов на 60%. Возведение спортивных объектов находится на личном контроле губернатора, поэтому за ходом работ следят тщательно. Стройку оценила экспертная группа во главе с первым заместителем губернатора Ульяновской области Игорем Эделем. Появление спортивных комплексов стало возможно благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.